put your hands on your face, chest. Chess player Garry Kasparov won one major tournament after another. The Grandmaster then exchanged his battle on the chessboard for the political arena and became opposition leader. Masha Novikova and Alat Detiger tracked Kasparov during his dramatic campaign for the presidency. 2000 год, уже вот воцарение Путина, начало Второй Чеченской войны, разгром НТВ, все истории, связанные с очевидным курсом на выстраивание вот этой авторитарной чекистской диктатуры, вызвали у меня дикий дискомфорт. То есть я, конечно, колебался, я, в общем-то, там еще был не уверен, но наращивал, как бы вот это недовольство внутреннее, оно закипало. Норд-Ост, конечно, я помню, мы были на Олимпиаде в Бледе, в Словении, и как раз вот обсуждали там, ну, многие представители бывших республик советских, ну, как, что, ну, не могут, ну, неужели они будут штурмовать здание? Ну, не может быть, в принципе. Ну, может, оказалось. Ну, Беслан, наверное, был как по последней точке, в общем-то, потому что после Беслана стало ясно, что просто палачи и убийцы, в общем-то, им совершенно все равно, и надо будет что-то делать. И вот как бы Беслан, наверное, уже определил, что как бы двигаюсь в эту сторону. Мы достаточно много путешествуем за последние полтора года. Каспаров, в большинстве этих поездок я тоже был, посетил около 30 регионов, начиная от Владивостока на крайнем востоке страны до Калининграда на западе. Ключевые центры Российской Федерации мы уже объехали. В условиях, когда федеральное телевидение полностью контролируется Кремлем, для того, чтобы рассказывать людям о нашей работе, о том, что мы хотим, что мы предлагаем, что мы представляем из себя, нам приходится вот, вести такое прямое общение с Не хочется так жить и чувствовать опасность. Ты понимаешь, что это возможно, и возможно какие-то провокации и так далее. То есть понятно, что вот соответствующий антураж, он не защитит тебя. Но если так спокойнее, если это, мы себе можем это позволить, то слава Богу. Особенно сейчас с ребенком, это, я считаю, важно. То есть я понимаю, что это существует, и он понимает, что существует такая опасность, учитывая... действительно полицейское государство, в котором, в принципе, даже вот милиции местной доверять нельзя. К сожалению, такого даже не было, я не помню, в Советском Союзе. Но вот сейчас, мне кажется, вот это присутствует. 2 миллиона подписей нельзя собрать за 5 месяцев с 5 миллионами долларов. Нельзя! Нельзя! Я утверждаю, и все это знают здесь. Не надо ля-ля, понимаете? Когда мы сейчас будем, давайте так, волка бояться в лес не ходить. Нарисуют. Я не хочу иметь с этим никакого дела. Мне не нужны эти подписи. Я не собираюсь подкармливать бабушек или студентов. Если власть... Никто не собирал никогда. Лена, ну хватит, хорошо, ну прекрати. Те, кто хотят услышать, они прекрасно понимают, что такое 2 миллиона подписей за 4 недели, из которых 3 выходные. Нам нужны реальные люди, реальные сторонники. Я доволен результатами нашего марта. Другая Россия выступит и заявит свою позицию по поводу фарса, который Кремль организует 2 числа, 2 марта. Ну, 3 марта мы выступим и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России с нашими заявлениями, с маршами. Мы считаем это принципиально важным. 3 марта вообще день такой значимый в истории России. По старому стилю это день отречения династии Романовых. Уже Михаил передавал функции учредительному собранию, и мы считаем, что будет абсолютно актуально возобновить старые лозунги «Долой самодержавие, престол наследия» и всю власть учредительному собранию. То есть вот повторение на таком витке российской истории.